и промежуточным. Трель. Такие вот простые вещи, из которых уже составляем все остальное. А так какой материал? Из чего это? Самые низкие. Можно послушать быстро? Да. Это глина. Вот уже музыкальная прям. Да, 4 отверстия, уже 5 ноток. Да, уже 5 ноток, из которых точно так же все закрытые, самые низкие, все открытые, самые высокие. Малыш удивляется прям. Может, сначала не получится так, как у меня, конечно, но немножко практики. Угу. Какая стоимость? 180 и 50. Можно попробовать. Конечно. Смелее, смелее. Теперь давайте посмотрим, потому что мы губы сжимаем. Губы не нужно сжимать. Иначе нижняя губа может прикрывать немножко вход. А птичка немножко, чтобы вниз смотрела, лучше. Вот, да. Да, вот, птичка звук. Попробуйте трель одним пальцем. А эти отверстия что-то не меняют вниз. Закройте все. Все четыре. А теперь все откройте. Все получилось. Они по-разному звучат?